октября 2023 года, Suzuki SX4 2007 года, М16А двигатель, 182 тысячи пробег, вчера после полной заправки были, короче, троило при выезде из гаража, и чек-инжин загорался слева около двоечки. После этого через время пропали троения, чек-инжин тоже погас. До дома доехал, оставил. Сейчас вот после простоя ночью смотрим, запускаем. Машина приобретена бэушной, с пробегом 182, где-то 100. Наездил еще немного. Проблем не было, сразу был неисправен кондиционер, он не заправлен. По мотору вопросов не возникало. Текущая температура минус 2. Подморозило. В салоне заправка бензобака была полбака, где-то четверть отъездил. Решил заправиться. Заехал в гараж, где-то цинкарем ржавчину обрабатывал, но кардинально никуда не лез. И вот после выезда из гаража, где-то через максимум 2 часа стояния, завелся, чувствовалось, троило, подтраивало так. Выехал от гаража до дома где-то пару километров, через полкилометра чек-инжин загорелся, троило, но ехало. Сейчас посмотрим, снова доедем до гаража, посмотрим на состояние. Первые мысли — это свечи, дальше будем смотреть. Ноября 23 года, Suzuki SX4 2007 года выпуска, после замены свечей, вызванных троением и загоранием индикатора чек. Первый запуск. А, чек даже не гаснет. Так, сбросил клемму, почистил контакты, минутки 3-4 машина была без питания. Снова запуск. Закрыл на сигналку, открыл двери, переоткрыл, перезакрыл. Запуск пока вроде все хорошо.
Проблема с охлаждайкой какая-то есть на втором горшке. Слева направо. Прокладка или что там дальше покажет. Но замена свечей вот дала такой результат. Четырнадцатого ноября 23 года, город Киров, Suzuki SX4, 2007 года выпуска. Перед удалением катализатора, запуск после холодной парковки ночью. Пробег 182 608 километров. Причина посещения чип-тюнинг-сервиса и решение удалять катализатор: на ходу за городом загорается Джеки Чан, посещение сервиса показывает ошибку катализатора, а эндоскопия показала начало разрушения катализатора, этой мембраны. Ошибку убрали, на сегодня запланировано удаление. Тестовый старт для сравнения. А, ну и моторный отсек, кстати, дай-ка. Коллектор весь ржавый. Явно не новый, не свежий. Так, снова 14 ноября 23 года, первый запуск после удаления катализатора. Впервые увидел, что такое катализатор в раздолбанном виде. Это какой-то материя какая-то, камни. Так, ну что, поехали. Первые километры предупредили: адаптация электронного дроссера, езди, не напрягайся. Пошли, посмотрим, что там у нас. Мотор на месте. Рыбашка есть. Ничего. Поехали.